Специалисты Судакского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам проверяют законность использования плавсредств при проведении туристических перевозок и морских прогулок. Расстояние патрулирования 20 километров от берега. Во время рейда сотрудники ведомства зафиксировали случаи использования плавсредств по ограничению волнового режима, а также нарушение правил проката катамаранов без использования спасательных жилетов. С отдыхающими была проведена разъяснительная беседа и розданы листовки, напоминающие о правилах безопасного отдыха у воды. Также, в ходе профилактических мероприятий на пляжной территории были проинструктированы спасатели, которые находятся на данной территории. Беседы с гражданами, детям были розданы листовки по правилам поведения на воде. Всего с начала года в акваториях Черного и Азовского морей было проведено почти 400 рейдов и составлено 383 протокола об административных правонарушениях. Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с предложением ужесточить наказание за нарушение правил использования маломерных судов вплоть до их конфискации.